У цьому році в рамках програми соціального партнерства групи «Мединвест» продовжується втілення соціальних проєктів. У двох районах міста заасфальтовані дороги, відновлено освітлення вулиць. Для кардіоцентру 9-ї лікарні придбано апарат штучного дихання, а в казармі військової частини зроблено ремонт. Фінансування цих робіт склало 11,5 мільйонів гривень. Заключний проєкт цього року – реконструкція фонтану та прилеглої території у парку імені Артема. Це стане подарунком для саксаганців та гостей району. Наш проект победил по социальному партнерству. Мединвест определил нас как победитель наш проект. И очень приятно, что уже в 2016 году, когда будут уже, я так думаю, уже окончательно закончены все, завершены все работы, и когда будет дан старт работы всех фонтанов в городе, в Саксанский район может уже с гордостью будет говорить о том, что у нас появился новый светодиодный фонтан, который будет радовать теперь горожан не только по праздничным дням, а у нас есть видение, и мы прорабатываем этот вопрос, он будет работать каждый день, и в будни, и на выходные. Поэтому я уверен, что этот фонтан полюбится очень многим. Сюда будут приходить семьями, маленькими детьми. И тут недалеко находится уже отреконструированный ЗАГС. Мы уверены, что и новые семьи бракосочетающие также будут полюбят наш фонтан и будет одним из центральных мест Саксанского района. Роботи з реконструкції фонтану розпочалися ще всередині жовтня. На першому етапі було демонтовано старі конструкції та внутрішню чашу фонтану, а також пішохідної зони. Тут запевняють, у фонтана буде своя родзинка. Фонтан буде світодіодний з підсвіткою ночною. Пройшла повністю заміна електроснабження, труб. Нове все поставлено металопластик, який не ржавіє, не портиться. Поэтому как бы вся внутренняя часть будет новая замена с новыми форсунками, с новыми LED-светильниками, которые будут освещаться. Получены новые техусловия на подключение электричества, новый силовой кабель заложен. Сейчас первые два этапа демонтаж и отлитие основной чаши закончены. Третий этап благоустройства самой чаши будет продолжаться весной. Как только погода будет уже в плюсовом диапазоне, где-то, я думаю, к началу апреля мы уже все работы выполним. Паралельно з відновленням освітлення облаштують територію біля фонтану, встановлять лавки. Зимние работы выполнены на 80%, и уже весной, в апреле месяце, как только установится устойчивая теплая погода, криворожан порадует красивый новый светодинамический фонтан и благоустроенный сквер. Я хотел бы поблагодарить городские власти за профессиональное и плодотворное сотрудничество в реализации этого проекта. Реконструкция фонтану та благоустрій прилеглої території обійдуться центральному комбінату 1,5 мільйона гривень.